Welcome show! Прямой эфир, всем привет! Юмор ТВ, здрасте, дорогие друзья! Аня Грачевская, Витя Штутгарт здесь с вами целый час, с двух до трех. Анют, чем будем радовать сегодня наших телезрителей? Сегодня мы будем радовать собой, во-первых, естественно, потому что мы как два листочка осенних. Я немножко такой уже ближе к ноябрю. А я такой зеленый, темно-зеленый такой. Это сентябрь, ранний сентябрьский сентябрь. Листочек. Но тем не менее гармоничный, очень так душевненько мы с тобой смотримся, я думаю. Мне тоже так кажется. Друзья, как мы смотримся? Расскажите, пожалуйста, свое мнение. Пишите к нам ВКонтакте, звоните, и Инстаграм, там все дела. Обязательно, обязательно. Но мы забыли сказать, что тема у нас прямого эфира. Самая оригинальная тема, и мы самая актуальная, и у нас не было такой темы, и мы подумали, а почему ее все-таки не было? Да. Должна она существовать здесь, и должны мы ее слышать, а тема такая у нас. Фильмы. Фильм. Фильм. Пашки появляются, какие-то наши неудачные кадры, заставки даже, где мы там... Ну, собственно, друзья, фильмы, которые мы смотрим, которые вы смотрите, поделитесь, напишите, какой у вас самый любимый фильм. Вот, а у нас, значит, у нас через несколько минут с нами, вернее, в гостях будет вообще очень крутой парень. Вот, да, он замечательный исполнитель, артист и рэпер. Нел у нас в гостях через пару минут, пока на районе будут качать Настя Каменских и потом... Шоу «Прямой эфир», друзья, с вами Аня Грачевская, Витя Штутгарт или «Осенние листья», как мы сегодня выглядим, да, Вить? Да, мы такие красивые, классные, и, кстати, вы можете сделать какой-нибудь скриншот или сфотографировать нас, прислать в группу ВКонтакте, мы порадуемся, если какое-то классное фото будет. Ну, как минимум порадуемся, друзья. Потому что для Ани это больная тема. Я же девочка, естественно. Друзья, выкладывайте свое вообще творчество, все, что вы хотите, с хэштегом Штутгарт, а мы будем знакомиться, и, может быть, именно вас мы пригласим к нам в прямой эфир. Вот, пообщаемся. А сегодня тема эфира... Фильмы! Да, фильмы. Друзья, фильмы, которые вы смотрите, которые мы смотрим, пишите. Вот, Вить, какой у тебя любимый фильм? О, у меня много... «Назад в будущее». Обожаю «Назад в будущее». Просто Марти, какой еще год! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Очень классный фильм, и из последних фильмов, что я смотрел, это был фильм «Исчезнувшие», «Бегущий в лабиринте», и, знаешь, неплохие фильмы такие, но, мне кажется, они все по стандарту сделаны. Как вот, ты думаешь, какой мой любимый фильм? Джеймс Бонд, может быть. Бонд. Вау! Джеймс Бонд. Прям яблочко, и сейчас должны вот. Шарики снять. А буквально через несколько минут с нами у нас в гостях будет Нел, и мы спросим, какие его любимые фильмы, и вообще смотрит ли он кино, и какой жанр любит. Может да? быть, он сопоставит себя с каким-то персонажем, героем из фильма. Вот, кстати, я Железный Человек. Сразу говорю, у меня есть дома кость. Ладно, Витька, я не буду тебя расстраивать, конечно. Брючный из Германии. Если тебе хочется привезли. Так думать, думай так, хорошо, да. Это, ну, как бы... А я тогда девушка Джеймс Бонда, ладно? У него было много девушек, а вот Железный Человек один. И мы сейчас что-то будем ставить или у нас заставка? Сейчас там Йова будет петь, Йова, пока мы постоим так. Сегодня у нас в гостях Нел. Да. Привет. Нел, как у тебя дела? Как настроение? Классно. Такую синюю погодку, а погодка не радует. Классно, в такое раннее время проснулся, настроение отличное. Спасибо, что пришел к нам. Спасибо, что пригласили, я всегда рад. Ну, слушай, смотри, тема прямого эфира у нас фильмы, герои фильмов. Возможно, ты с кем-то себя сравниваешь или вот смотришь фильмы, увидел в каком-то герое себя. Давай начнем сначала. Любимый фильм есть, вот прям, который как настольная книга, которую ты можешь пересматривать? Наверное, фильмы последние с Уиллом Смитом. Ну, как последний, там, год с 2005-го. «Я легенда», да, наверное? «Я легенда». Который действительно вышел еще. «Мечтой». Ну, как бы вот последние его работы такие, которые знаковые. Мне нравится, мне очень нравится. Прям. А из последнего что смотрел? Что, вообще, нравится тебе сейчас вот штамповые вот эти фильмы, выпускают каждый месяц? Есть среди них золотые следочки? Ну, хожу в кино, стараюсь смотреть, но прям, чтобы что-то запало, не могу сейчас даже сказать. Но... Ладно. А жанр какой? Ну, комедии. Комедии, да? Конечно. Смотри, улыбается, что-то состояние пришел ну, веселым. Ну, собственно, такие же веселые, как и твой клип «Рок-н-ролл». Вау, точно. Смотрим «Рок-н-ролл», друзья.
Welcome show, прямой эфир, дорогие друзья, у нас в гостях Нел, великий, могучий рэпер сия Руси. Нел, ну давай поговорим о твоем творчестве, о твоем клипе, давай. В частности. Где снимали клип, что за идея вообще клипа, рассказывай все. Ну идею ты сам видел, много девочек. Много девочек, мотоциклы. Даниил, который усач, которого не пускают в клуб, но мы его проводим с СТ. То есть... И он веселится. Вы такие ребята, да? Кого не пускают, братиш, иди к нам. Да, мы всегда рады взять себе в компанию. Вот только вас еще найти надо, мне кажется, потому что... А где тебя, кстати, в ближайшее время можно найти? Может быть, какой-то концерт, может быть, презентация? Очень так, в тему. Очень в тему. Найти меня можно завтра в клубе Looking Rooms. Мы презентуем с Иракли наш совместный клип на трек «Мне это нравится». О, круто, круто. То есть будет большая туса. Да. Ну, такая же, как девочки будут, да, мотоциклы. Все то же самое, да. Так, а если кого не пустят, проведешь? Проведем, да. О, все, супер. Проведем. Завтра жди меня у Looking Rooms. Проведем? Буду ходить так. Да, мерзнуть. Я точно приду. Я-то точно приду. Приходите обязательно. Все, друзья, и вы все приходите. Завтра у Looking Rooms у Нелла будет презентация вместе с Иракли, так что все welcome. Так что следите за нами в Инстаграм, мы выложим очень крутые фоточки, особенно я, наверное, с девочкой. А сейчас? Мау, смотрите. Я пошла. Друзья, короче, реклама на Юр ТВ, да. Прямой эфир, друзья, звоните к нам в эфир, задавайте вопросы, рассказывайте о том, какие фильмы вы смотрите, и, может, есть вопросы к Неллу, он вам с удовольствием ответит. Вот, скажи, пожалуйста, у меня есть вопрос к тебе. Как ты пришел, собственно, в музыку, и почему именно рэп, почему не скрипка? Почему не какое-то другое направление? Все просто, то есть потому как что это у меня случилось? Нет музыкального образования, я ни на чем никогда не учился играть. И что меня, собственно, привело к рэпу и вообще к музыке, это цифровой звук. Цифровая программа, на которой можно было на клавиатуре вот так стучать барабаны, и меня это дико затянуло. Все дети тогда играли в Counter-Strike, как, ну, собственно, нормальные дети. А я увидел музыкальную программу и Counter-Strike убрал. И все, игры вот у меня с 11 лет закончились, да, такой. Ну, а писать, собственно, текст как ты начал? Абсолютно случайно. Меня интересовала вообще только музыка. Я никогда не собирался там что-то писать, слова какие-то. И в школе, где-то в средней школе еще я предложил ребятам, которые делали рэп, я им предложил, может, я вам музыку напишу, пацаны, они такие, что, ты сам делаешь музыку, мы, типа, воруем музыку. Ты же только клавиатуру умеешь стучать, чтобы не слышали. Ну, и, в общем, я им сделал какой-то бит и пришел к ним на студию, все это абстрактно. Это работа за актовым залом, нет, это квартира просто. И они, ну, а что ты будешь там писать свой куплет, давай напиши что-то. Ну, и мне пришлось, ну, чтобы не упасть лицом в грязь, да. И я сел и что-то написал, и с того самого момента... А помнишь эти первые строки? Нет, честно, это было очень давно. Не помнишь или нет, не расскажу, не скажу. Или нет, не стоит. История умалчивает, я воздержусь от ответа. Первые шаги на пути в творчестве, да, они могут быть такие... корявенькие, не сразу. Зато они первые и главные. Да, но впоследствии привели тебя вот к успеху. К успеху, к успеху пришел. Мы клип-то видели, там такие девочки, да, танцуют. Это слушай, разве это не успех? А вообще вот рэп-музыка, русский рэп, ну для меня, например, он существует. Сейчас очень много рождается, естественно, ребят, которые, ну, считают себя рэперами и так далее, и так далее. Вот, собственно, как отличить хорошего рэпера от плохого? Давай, три качества. Мне кажется, количество слушателей только количество определяет. Фэнов, которые, то есть... Да. Есть как, может существовать качественная музыка, у которой, допустим, не так много слушателей, но она действительно качественная. Но это как бы настолько субъективный какой-то аспект. А мне почему кажется, тогда количество... у качественного исполнителя, ну, музыки не так много слушателей? Ну, рекламы не хватает как раз раскрутки вот этих репостней. Вот у меня, например, один слушатель, я в душе пою, и мама меня слушает. Мне кажется, качественные частушки. Но не суть. А легенда есть какая-то? Вот человек, на которого, собственно, ты считаешь, что, наверное, он является там основателем. Ну, я говорю, там, Тупак, да, например. Или, может быть, какая-то есть легенда, которую... В России? Не обязательно, нет, не в России. Ну, если в мире, наверное, да, правда, можно говорить о Тупаке. Он прям эталон, наверное. Тебе, да? И... да он на всех повлиял, я вообще думаю. Невозможно я даже отрицать его заслуги. Я нос проколола в свое время. Да, это, в общем, интересно. Мне кажется, он, конечно, на всех повлиял. Вот, а что касается дуэтов и так далее, и так далее. Насколько сложно? Вот ты с Ариатли записал
работу вы сделали такую. Он с одного жанра, ты как бы другой жанр. То есть вот это симбиоз музыкальных столкновений двух культур. Да. Насколько это сложно, собственно, или наоборот, прикольно, легко? Не ссорились там по каким-то... Да нет, это всегда, наверное, интересно, когда два творческих человека сотрудничают над одним каким-то проектом, над одним треком в данном случае. Наверное, это интересно, какие-то идеи от двух сторон. Но все мои коллаборации, так их назовем, которые были в моей жизни творческие. Они всегда... IQ какой-то. Для меня, у меня сейчас сбой в системе произошел. Это уровень бог. Перезагрузка. Все, стой, жди, пока мы перезагрузимся. А ладно, проехали. Уже не помню, что хотел сказать. В общем, коллаборация. Коллаборация, друзья. Мне кажется, следующий трек будет так и называться. Коллаборация. А у меня, кстати, на повторе в машине стоит вообще гениальный трек. Дай тебе просто вот прям... Пятерочка. Да. Через терник звездам. Очень крутой, очень крутой. Спасибо. Мне очень нравится. А главное смысл. Мне кажется, что в песне даже... Многие считают, что рэп и вообще речитатив — это просто набор слов бессмысленных и так далее. Очень важно нести какое-то... Вот, да, действительно, вот откуда вот эта тема идет? Ну, это личные переживания, и ты пишешь о том, что с тобой произошло, или вот что тебе близко. Или же ты можешь или это взять все, просто все, любую как считаю, тему там, или... Компот, кефир, батон взяли и погнали. Не, ну не так, конечно, да, утрированно, а... Ну, не, просто, ну, давай-ка я напишу об этом. То есть откуда знаю, рождается текст, откуда приходят мысли? Это какая-то муза, мусы или в общем что? Ну это какой-то сердце, опыт, это я не знаю, жизненный опыт, какие-то личные там истории, может быть, что-то произошло, какая-то актуальная в данный момент непосредственно проблема. Тебе касалось. Да, конечно, только так. Придуманные истории это совсем абсолютно не мое. В журнале Ералаш, что ли? Да. А у меня все свое, все, что было. Тру-тру. Все, что наболело, да. Тру-тру, жизнь. Слушай, это не боишься сейчас? Очень много ребят, и даже у меня был опыт, но не об этом, не хочу. Так, давай вот это поподробнее. Давай, ты в центр. Да, так, расскажи нам, пожалуйста, откуда темы доберутся? Тема, да я как-то не заморачиваюсь, просто пишу, и слова, и буквы. Они сами идут, да, вот рождаются. И потом тырю минус из интернета, и все. Качал, поставил, и потом, слез сам. А потом мы видим Шанель от сглаза, Шанель от порчи, да? Нет, мы другой. А сейчас переключаем, да, внимание, значит, вернись обратно. Так вот, не боишься таких ребят? Очень их много, и вдруг... И вообще стоит их бояться, вот к чему я говорю. Не совсем понял, о чем ты. Смена поколений, типа, или как? Нет, не смена поколений. Да, я переведу. Ну, прям да, очень много рэперов у нас появилось. Затылок, вот затылок стоят, и так вот дышат. И дышат молодежь. Да, еще раз. Они дышат затылок, и, собственно, ну, я страшно, понял. Что ну, они... портят отношение человека к рэпу. То есть я, как слушатель, мне нравится рэп. Угу. Но вот такие ребята пишут псевдотреки, какие-то свои штуки, и я думаю, все. Засоряют, то есть, как бы, эту музыкальную струю. То есть, естественно, в любом направлении есть и шлак, как бы, и хорошая качественная музыка. И количество, мне кажется, рэперов усугубляется и растет с большим... Да, и поэтому уже обычные... Как кролики. Ну, как вот. Ну, собственно, человек. Как с этим бороться? Мне и еще надо ответить, бороться? Нет? Да, или отвечай. Продолжите. Так, они все-таки сказываются, да? Это круто, наоборот, когда есть контраст какой-то, да, если мы говорим об совсем плохих рэперов и там рэперах и хороших, о музыкантах, то есть контраст, и люди могут понять, что есть плохая музыка, что есть хорошая музыка, что есть качественная, что есть некачественная. Это же плюс, наоборот. Здесь как плюс. То есть нужны эти ребята. Конкуренция, как раз, чтобы послушали их, да, включили твой клип, твою песню, и просто вау, экстаз, да. Эйфория, вау! Или галлюцинация, как у ежевики. Два. Хе-хе-хе, хе-хе-хе. А у нас тут галлюцинации, коллаборации. А почему вы еще не звоните нам? Вы забыли телефон, я напомню, 276-2949. Звонок по Москве бесплатный, в халява. Звоните. Тем более у нас вопросы, сегодня да. Такой веселый эфир. Мне кажется, есть о чем поговорить, есть о чем спросить. У меня вот всегда есть о чем спросить. Вот, то есть мне мое любопытство не дает покоя. Скажи, ну-ка, пожалуйста. Давай. По поводу дуэтов мы поговорили, по поводу, значит, что касается, например, музыкальных направлений, смены. Ты не хочешь... Попсой заняться, нет? Попеть. Да, сейчас это очень просто делается. Записываешься, тебе корректируют. Ну да, расскажи ему, как это делается. Я не делал, я слышал. Это знаешь как...
Нет, я не хочу абсолютно. А с девочками у тебя были дуэты с девочками? Да, конечно, много, часто там на бэках. Сейчас про музыку, про творчество. А, про творчество, про, да? Про... А, не, не было. Ну, пойдем. Да не, правда, конечно, бывает. Пойдем, пойдем. Вот. Бывают, конечно, всегда, часто. Ясно. Женский рэп, он есть или нет? Нет. 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 А вот у нас была Тати, говорили, что есть. Это как женский, как девушка за рулем, как девушка за вертушками. Это мужской мир. Как это... То есть женского рэпа не существует. Девчонки, вы поняли, да? Он здесь пока здесь. Но это миф. Это как бы миф. Я его не слышал. Девчонки, которые читают рэп, в общем, покажите мне его. Он здесь еще минут 30 будет. Покажите мне его. Я его не вижу, не слышу. Объясни, да. То есть ты правда не слышал или никакой женский рэп? Нет, но я помню, там в 2008 году была гидропонка. Там еще на битве за респект давным-давно. Вот был женский рэп тогда. И она больше, по-моему, не занимается абсолютно творчеством. Я не слышу ее новых песен. Ну, как бы нет женского. Окей, это как женский футбол, как женский бок, это бокс. Как женский бок. Вот этот правый. Вот именно этот. Друзья, а у нас будет, в принципе, то, что есть. Давай сейчас покажем Неллу очумачечью штуку. Ты такого еще не видел. Реклама. О-хо-хо. Фига себе. Welcome show на Юмор ТВ, дорогой мой телезритель наш. Вы смотрите нас. Привет, друзья. Нелл в гостях. Те, кто присоединился к нам, пытаемся как-то разнообразить. Все-таки, да, погода такая... Может, мы что-нибудь почитаем? Что-нибудь почитаем? Слушай, фристайла, может быть? Давай, я начну. Фристайла, бака-бака. Помнишь? Давайте я битбокс, давайте я танцевать буду лучше, ладно? Битбокс? Рака-макафон, фристайла. Мы на Юмор ТВ тут все собрались, сидим и трендим. А больше не о тебе, а обо мне. И женский рэп есть. Есть. Есть, конечно. Конечно, куда же деваться. На самом деле, рэп это ж мем. Главное, чтобы человек был творческим. Мне кажется, творческий человек, он талантлив во всем. А да. Ты, наверное, готовишь вкусный еще. Нет, да? я про то, что, может быть, в фильме в каком-то хотел бы посниматься. Раз у нас тема кино сегодня. Не кстати, не приглашали еще в качестве актера? Пока еще нет, но вообще хотелось бы, да. Мне это интересно. А какой типаж, какую роль? Отрицательный персонаж или наоборот? Ну, у меня конкретно, я бы Бэтмен хотел. Все, четко. Ну, жестко, прям. Все, да. Он знает, к чему надо стремиться. Скажи, а тебя особенно привлекает именно в Бэтмене и маска? Вообще не знаю, почему Бэтмен, просто первое, что взбило на ум. Слушай, ну, когда мужчина хочет быть деньги. Бэтменом, когда мужчина хочет быть Бэтменом, это уже хорошо. То есть не перевелись на Руси, так сказать, Бэтмены. Это круто. Не перевелись на Руси Бэтмены. Степанович. Тебе как по батюшке будет? Олегович. Олегович. Бэтмен Олегович. Студия. Ну, друзья, честно могу сказать, что у нас очень веселый эфир, а все потому, что у нас весна в душе, а на улице осень. Ты как борешься с осенних андрой? Ну, кроме так, а еще вот сплю. А, спишь. Ты впадаешь в зимнюю спячку. В осеннюю. Да он сейчас спит, он в очках почему-то. А там глаза, как в Том и Джерри, помнишь? Нарисованные навеки глаза. Да. На самом деле, самый живой и самый веселый у нас гость сегодня. Вы, кстати, можете задавать вопросы, писать, звонить, к нам еще есть какое-то время. Вот, а мы постараемся ответить. Может, нам уже пишут, а планшетника нет. Где планшет? Неважно, кто вы там, Таня, Маша, Карина, а может быть, Анжелика, кстати, Анжелика из группы Hello. Мы сейчас посмотрим, о чем эта песня, а пока почитаем, о чем вы пишете нам. Вот так. Welcome show, прямой эфир, друзья. Юмор ТВ, мы здесь все. Сколько времечко уже пролетело, осталось 15 минут. Где звонки, где посты, где записи? Почему? Да потому что все спят, потому что сейчас осень и очень хочется спать. Просто по совету Нелла, как он борется с осенних андрой, взял, уснул и проснулся в хорошем настроении. Вот именно, да, и все. Слушай, ну расскажи, пожалуйста, по поводу съемок клипа вообще, это долгий ли процесс, как трудно снимать, не трудно, нравится тебе это легче, чем выступать, в общем, все, вот и все вопросы отвечай. Нет, правда, съемки достаточно трудно, это длится
минимум сутки, с утра до утра, и в конце ты уже вот такой, выпил 150 энергетиков, литр кофе, уже хочется просто лечь спать, это не просто, правда. Потом смотришь, в начале клипа еще бодренький, да, свежий, улыбаешься, в конце уже мешочечки, да, глазки. С тобой работает команда какая-то? То есть у вас команда режиссеров или каждый раз разные ребята? Ну, нет, есть ребята, с которыми я сотрудничаю, не режиссеры, в смысле, конкретно, и чаще всего там с ними как-то чередуются работы. Ну, как правило, за артистом стоит еще большая команда, и артиста делает, как говорится, команда тоже. Ну да. Вот у тебя тоже есть, естественно, да, команда. Можешь ей привет, привет, сказать спасибо, что они еще тебя... Ребята, спасибо, что вы со мной! Вот, ну, это здорово, когда есть коллектив, когда друг друга понимаете и так далее. Что бы ты пожелал молодым рэперам, да, которые стремятся, собственно, что-то достичь? Всегда желаю одного и того же, слушать хорошую музыку качественную, пытаться подражать, может быть, даже и все будет дело так. Отлично. То есть на начальном этапе подражания возможно, я считаю, чтобы понять, да, вникнуть. А ты кому подражал? На английском начал читать. Много кому, наверное, правда, да. Много за кем пытался повторить, разобраться. Нет. Но в итоге это хорошо, что нашел себя. Ну, я хочу сказать, доподражался. Да, смотри, на кого уже доподражал. Красавец такой. А с чего начинал? Конечно, с подражания вот этих. Ну вот, а по поводу фильма мы еще поговорим немножко. Жанр мы выяснили, что комедия. А как ты относишься к ужасам? Сейчас вот, я знаю, вышел там «Дракула», да? Ты не смотрел еще? Я не смотрю ужас. Не пойдем с тобой на ужасы точно. Я смотрю, Нел, но так хочется отбить тебе пятюню. Сейчас придумаю что-нибудь. Я люблю рэп! А пока реклама на Юмор ТВ. Welcome Show, прямой эфир на Юмор ТВ. Дорогие друзья, осталось 10 минуточек. Где же вы, наши звоночки, звонки? 276-2949, звоните, задавайте вопросы. Нел, ты ответишь на все вопросы? Да, я возьму все телефоны. А я знаю, где все. Где ты, в школе, в институте и так далее? Или какой сегодня день недели? Ну да, сегодня пятница. Пятница. Ты, кстати, как справляешь свой досуг? Что ты делаешь в свободное время? Как и все, я не знаю, хожу в кино, там бываю в ночных клубах, отдыхаю. Гуляю, играю в футбол, я не знаю, хожу на футбол. Ну, нет, я не то чтобы футболист, но мы собираемся просто с друзьями для себя играем в футбол. То же самое, вот как я тебя понимаю, мы тоже с ребятами собираемся, играем, мы даже заявились в лигу. Я просто на вас не знаю. Да, а нет. Я просто на вас. Надо, кстати, сыграть с вами, ну, твои против моих ребят. Как себе так? Ну, давай, да. Давай, все, встретимся на поле. Мужское начинается, понятно. Американщина, да, когда, ну, все, увидимся на поле, Джонни, да. Не грозишь ему централу, знаешь, такой. Вот, ну, ты такой разносторонний, я смотрю. Да? Да, не сказал бы. Не вышиваешь, нет? Да, крестиком. Да, ну, да, понятно. Но, кстати, что касается дизайна, вот одежды и так далее, а вообще человек-рэпер, человек-мужчина-рэпер, человек, который делает такую музыку, человек, читает... Да, вы особенно одеваетесь, ну, то есть особенно прикольно вы одеваетесь. Мне сейчас просто разрыв сердца сейчас хватит. У нас звонок в эфире, у нас режиссер звонит какой-то, наверное. Алло! Алло? 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 Отойдите от телевизора. Алло? Алло? Да-да-да, слушаю. Ой, здравствуйте! Как же мы счастливы, что вы нам звоните. Говорите, пожалуйста. А, хорошо. Не слышно вас. Здравствуйте. Отойдите от телевизора. Вот скажите, пожалуйста, вы планируете в Омск приехать с выступлением? В Омск? Планируешь в Омск? Вы ни разу здесь не были в Омске. Если пригласят, обязательно. Приглашайте, мы все приедем. Какой-нибудь вопрос нашему гостю? Здравствуйте. Алло, алло. Очень плохо вас слышно, пожалуйста. Мы хотим вопрос вам задать, Нел. Да, задавайте. Планируете в Омск приехать с выступлением? Чего? Вы ни разу здесь не были в Омске. Алло. Еще раз повторите. Спасибо. Вопрос, да, мы приглашаем. Ждем вас в Омске. Вас очень привожу. Спасибо вам большое за звонок. Очень приятно, что вы следите за нашими эфирами Все-таки, и за творчеством Нела. Хотят тебя видеть в Омске. А был в Омске? Да, у меня родители.
Выезжай. Все, да. Все, я пошел. Тебя нашли. Ты думал спрятаться в этой Москве? В общем, ждут тебя с концертами в Омске, так что давай, в Омск. Забывай свои корни. Спасибо большое. Ты можешь, кстати, всем передать своим фанам привет в разных городах. А мечам всем привет. Всем вообще привет, всем слушателям. Часто путешествуешь, вот так, правильно? Гастролируешь? Ну да. Ну да. Все, я съездил. Есть город, который тебе очень нравится, и ты готов туда приезжать еще и еще? Ну, таких много, на самом деле. Там, я не знаю, Ростов – классный город, Екатеринбург – классный город. Именно вот по концертам, это как прям встречает публика. Самара – всегда круто, Архангельск – всегда круто, в Питере – всегда круто. Питер! Ну вот сейчас что прям пришло на ум, это точно, где всегда хорошие концерты. Я не говорю про город, там про только про концерты. Вот эти там 5 городов, мы считаем, да, там всегда круто. Ну вот назвал вот сейчас Ростов, ЕКБ. Это практически, ну, у каждого рэпера есть песни, где он упоминает вот Ростов, Екатеринбург. Это города, где, мне кажется, больше всего любят рэп. Город рэперов все. Да ладно, у нас в Харькове тоже любят рэперов. В Харькове рэперов. У нас, знаешь, сколько рэперов из Харькова повыродилось? Повыродилось очень много. Так что везде любят эту музыку, и процветение и больше, и качественная, хорошая музыка. Тебе мы тоже желаем. Спасибо. Очень, да. А, дорогие друзья, вы также не забывайте, завтра у Неллы презентация его нового клипа. Looking Rooms все, гоу-гоу, все в Looking Rooms, будет жарко, будет круто. Будет вообще чума, потому что, во-первых, мы еще с Саней обязательно придем. А сфоткаться с ним можно будет даже, да. Ой, представляете, сфоткайте сейчас телек, потом придете на презентацию, сфотографируйте с Неллом и скажете, вот видите, я со звездой, звезда со мной, я здесь, все круто, классно. Потом еще девчонки эти, да, в бикини, все как в клипе, да, на мотоцикле. Все, о, вообще чума. Ой, кошмар. Ой, типа фантазии, все, Витя, бурные. Кошмар. Тут вообще-то девушка с вами рядом. Вот. Что касается, значит, этого всего мы поговорили. Теперь, значит, поговорим вот о чем. Как? Образ жизни, то есть здоровый образ жизни ты ведешь, я надеюсь, не куришь, не пьешь. Нет. Естественно, нет. Голос бархатный, голосок. Что нужно, давай такой вопрос, значит, у нас все-таки юмор. Что нужно есть, давай такой блиц-опрос, да, Витя, импровизационный. Давай. А что нужно есть рэперу, чтобы хорошо читать? Сельдерей. Какое слово ты никогда не используешь в своих текстах? Мы запикаем, говори. Хорошо. Что должен носить рэпер, чтобы выглядеть хорошо? Бейсболку. Как рэпер знакомится с девушками? В рифму. Классный, хороший ответ. Что нужно делать рэперу, чтобы у него блестели глаза? Следующий вопрос. Любимый рэп-исполнитель президента. Президента? Да. Я ладно. Какую бы строчку, с какой строчки начинается любовная песня? Я тебя люблю. Сильно, очень. Давай так, закончи вот такую фразу, придумай рифму, точнее, на слово сосиска. Сосиска. Сосиска? Сосиска. Сосиска. Ну, хорошо. Давай, слушай, хорошо, рифму на слово. Рифму на слово торт. Торт? Хорошо. Торт. Ну ты скажи честно, ты учил, готовился. Я так знаешь, как на экзамен. Готовился. Ну правда учил, ну забыл. Ну что, передача? Нет, ну какая передача? Мне же. Это больная тема, я просто сейчас до сих пор учусь в университете, да. Но у меня уже диплом. Да, молодежь, да что такое, да посмотрите, я в полном расцвете сил. Короче, по поводу импровиза и по поводу вот этих сейчас ты батлов. Ты молодец, держишься молоточком. У нас они еще работают, все так же ребята соревнуются, батлят. Версус батл. Очень, да, вот популярно, супер популярно. А где они проходят, где это можно увидеть вообще? На ютубе. Угу, понятно. Все, то есть, а, это, то есть это миллионы это просмотров. Это VIP-батлы, где приглашают свои для своих, да? Или, ну, но... я могу прийти так же опять, вот, услышишь там где-то батл. Если мы говорим сейчас о Версусе, то это прям организовано, и сам там все делается заранее, пишите заранее, там, лет. А, то есть это не фристайл? Ты был на таких батлах? Никогда и не буду. Я даже догадываюсь,
Потому что и так все хорошо. В общем, друзья, эта культура жива, она живет, двигается. Вот яркий представитель. Спасибо тебе большое, что ты к нам пришел. Было очень весело. Завтра, батечка. Да. Значит, завтра приходите к Walking Rooms. Сегодня смотрите Юмор ТВ. Мы с вами Аня Грачевская, Витя Штутгарт и Нел. Спасибо. Всем спасибо, улыбок, хорошего настроения и позитива. Пока-пока.